Друзья, всем привет! С вами Чайковская Екатерина. И сегодня хочу ответить на ваш популярный вопрос о том, откуда же брать Photoshop. Да, мы сейчас делаем с вами марафон и рисуем принты. Соответственно, первый этап мы отрисовали от руки, потом будем цифровать изображение и собирать его в Photoshop. В рамках марафона вам получится сделать это бесплатно. Adobe Photoshop – это платная компьютерная программа. Устанавливается она именно на компьютер, не на смартфон, не на планшет. Выглядит следующим образом, то есть она ставится у вас на компьютер, и вы в ней полноценно можете работать. Это растровый графический редактор. О чем вам нужно помнить? Ее нужно будет установить. Почему в рамках марафона вы сможете сделать это бесплатно? Потому что у разработчика есть пробный период, который длится ровно неделю. Соответственно, в рамках марафона вы в него уместитесь. Вы сначала заранее отрисовываете, вы готовите все материалы, и после этого уже переходите на сайт разработчика adobe.com и в раздел Photoshop. Он находится вот здесь. Фото-видеодизайн. Вот он, Photoshop. Сюда щелкаете, открывается у вас этот сайт. Это официальный сайт по Adobe Photoshop. Вы можете посмотреть, какие у них есть презентации, как это выглядит, что можно делать. И если вы посмотрите сверху, есть пробная версия. Пробная версия длится ровно 7 дней бесплатно. Ее можно прямо с официального сайта установить. Есть две опции. Это с Lightroom и с Photoshop. Выберите любую, какая вам более комфортна. Мы сейчас будем делать так, что она будет бесплатно ровно 7 дней. Нажимаете «Начать». И я сейчас уже не буду ничего делать, потому что у меня все стоит, и мне это не нужно. Вот прям ровно по инструкциям. Вам нужно зарегистрироваться, завести свой кабинет, и у вас попросят ввести карту. Не бойтесь, с вас не спишут деньги. Но вам нужно учесть, что через неделю у вас активируется подписка, и деньги начнутся списываться. То есть себе прям поставьте где-то галочку, что если вы не планируете продлевать Photoshop и не планируете с ним дальше работать, нужно будет зайти на сайт и сказать, что все, спасибо, я попробовала, мне не подходит. Видите, пробный период – это первая неделя, а потом отменяется онлайн в любое время. Но это надо войти и отменить, потому что это американская система, и по американской системе вы автоматически будете продлеваться. То есть нужно просто зайти и отменить. И все, прям ставите отсюда. Основная рекомендация – имейте в виду, что лучше иметь хороший интернет. С мобильного интернета вам может просто не хватить места, потому что Photoshop – большая емкая программа. То есть ваша задача – к следующему понедельнику поставить программу Adobe Photoshop. Как это сделать? Вот на сайте. Есть еще две опции. Одна опция – это когда вы ставите нелицензионное программное обеспечение, но в этом я как бы вот просто говорю, что она есть. Как это делать, как это, я ничего рекомендовать не буду. Это остается на вашей совести, это нелегально. То есть легальный способ вот такой – бесплатно поработать неделю. И еще один способ. У нас есть группа технической поддержки. Если вам вдруг не получается, вы можете обратиться, и за определенную сумму они вам помогут все сделать и настроить дистанционно. Вот такие три способа. Зайти, скачать с официального сайта бесплатно на неделю, найти где-то программу, возможно, она у вас уже есть, и это хорошо, ничего переустанавливать тогда не надо, мы просто с ней будем работать, либо обратиться к своему техническому специалисту, либо к нашему техническому специалисту, который вам поможет это сделать. Установить. Хотите, полайкайте, посмотрите. Хотите, подождите понедельника, и мы в понедельник с вами все сделаем. Надеюсь, это было понятно. Там реально все очень просто. Прям идете, регистрируйтесь, не бойтесь. Это официальный сайт Adobe. Это огромный разработчик программного обеспечения. Никто вас там не будет обманывать. Единственное, не забудьте отменить подписку, чтобы у вас не начали списываться деньги.